What's up, guys? You here? Привет! О! Сейчас как бы вам ракурс сделать такой, чтобы меня было видно. Сейчас, подождите, я дойду до места своего лобного. Да, я вас вижу. Мне стало неловко, знаете почему? Потому что я сама с собой разговариваю, прохожу мимо. Ничего, как он мне. Ты что вообще делаешь? Я иду на детскую площадку свою. Рядом, на свое любимое место. Я тут люблю сидеть, грустить. Решила пойти погрустить вместе с вами. Видите, какая у меня шубка. Она из искусственного меха. И очень даже теплая, между прочим. Нет, я не грущу, нет, ни в коем случае. О, кстати, кто спрашивал, видите, я теперь потемнела чуток. Ух ты, контурный свет прям вообще. Привет, привет. Куда идешь? Я иду на свое любимое место. Тут детские качельки, вообще никого нет. Это обычная детская площадка. Вот я тут все время зависаю. Точнее, не все время, очень редко, когда дома бываю. Но я просто тут обожаю сидеть. Сидеть, мечтать, музыку слушать, грустить, страдать. У меня такое редко бывает. Это что такое было? Страшно же. Видно меня? Да, я одна. Hi, where are you? Я уже раз 40 сказала. Где я? Тут, знаете, вот минус место, где я живу. Там, короче, недалеко от нас кладбище. Представляете? Вообще. Прям вот... Ну, то есть его не видно, оно прям за ограждением, но оно прям очень-очень близко. Вот, холодно. Нет, не холодно. Нос, правда, красный, видите, да? Шапочка у меня есть, но я ее не одела. Вот так вот сидеть, только если... Блин, у меня нос прям реально красный стал. Может, какой? Не страшно одно, нет. У меня... Слава богу, у нас охраняемая территория, и можно хоть в 2 часа ночи выходить на детскую площадку, и тут никого не будет. И у меня, кстати, домой пить чай с лимоном. Нет уж, извините. У меня вот тут, я с собой взяла термос, чтобы пить чай, сидеть. Классная шуба. Спасибо. Она из искусственного меха. Если тут кто-то из Greenpeace. Ай, у тебя есть домашние животные? Есть, очень много. Кошки одни. Блин, ну так вот неудобно с вами разговаривать. Надо к свету чуть побольше. О, тут, знаете, тут есть вот эта вот качель. Блин, все, ностальгия. Сейчас сяду. Ой, все. Вот так вот. И кататься. Видно меня? Ой, все, села Верка Сердючка. Ты была на концерте Зверева? Такой странный вопрос. Не была ни разу. Он только на мероприятиях, может, иногда выступал. Ты с кем? Я одна. Я одна вышла на свою детскую площадку. Пить чай, с вами болтать. Почему одна? Вы знаете, я большую часть времени одна. Как ни странно. Поэтому это как бы нормально. Я в детстве очень любила кататься на качельках. Ностальгия. Вот я не в детстве, я все время, как у меня есть возможность, это мое самое любимое место. Вот. Я здесь...
грущу. Ну, не грущу, музыку слушаю. Ладно. Спой будильник. Серьезно? Просить Егора петь. Это его песня. Классная песня, кстати. Все слышали, я надеюсь. Ты знаешь, что Лазарев едет на Евровидение? Да, я знаю. И будем за него все вместе болеть. Как у Жени дела? Да, я, кстати, сегодня ездила к Жене Ранетке. Бывшей Ранетке. Если вы таких помните. Она, конечно, такая хорошая. Глаза у нее прям блестят. Знаете, вот все-таки человек, когда в отношениях, и у него любовь есть, вторая половина, вот видно, что... Вот, блин, у меня аж язык заплетается. У меня просто такая тема очень любимая. Люблю я говорить о любви, когда ее нет. Ну или есть. Вот. В общем, когда человек влюблен, у него совершенно другие глаза. Я это заметила. Ты где? Спой что-нибудь. Да куда мне петь? Меня выгонят отсюда. У тебя есть любовь? Любовь живет во мне всегда. И не важно, какая она странная может быть или непонятная, но она во мне всегда есть. Любовь. Любовь может проявляться не только к определенному человеку. Ясно? Вот у меня любовь к вам. Вот это тоже любовь. Ясно? Все. Можно к тебе. Куда? Вам не будет тут интересно сидеть. Тут просто сидеть и тупить. Вот. Тут какие-то звуки странные начнут появляться, так сразу страшно становится, потому что меня не покидает мысль о том, что тут кладбище рядом. Сейчас кто подключился к трансляции, только что, наверное,